если обе палаты между собой договорятся и придут к какому-то компромиссу, я уважать не буду. Главное, чтобы было сохранение. Существенным является то обстоятельство, чтобы он начал работать в конце концов. Через год, через полгода, через полтора года. Это не важно. А в Государственной Думе сегодня занимались только экономикой. Вновь не хватило времени для обсуждения постановления о возвращении на Лубянск.